Степанович Ингаме. Мое почтение геймерам и геймеркам. Так, в прошлом ролике мы печку-буржуйку поставили, автолад. Ну что, пришло время заняться добычей воды. Пить-то нам что-то надо, и это тот ресурс, который в этой игрухе закончится у нас в первую очередь. У нас там где-то еще 2-3 бутылки валяются в стартовом наборе в звездолете. И на этом пока все. Так, не забываем плавить железо. Да, нам сейчас понадобится очень много железа и меди, потому что работать будем с трубами. А они тут именно из этого и сделаны. Так, ну что у нас? Значит, нужно расчистить и выбрать... Ну, сначала выбрать, а потом расчистить территорию, где у нас это все будет-то происходить. Вот, наверное, вот сюда пойдем. Поэтому пока уберем отсюда наши временные штукенции. Тут маячок, зарядка для него. Пускай тут валяется, что мне. Напоминаю, не забывать включать их, прежде чем идем за хоть какими-то металлами. Заблудитесь, ищи вас потом по этой пустыне. Так. Надо установить бур в режим плоского производства или плоского копания. Найдем какую-то низшую точку, которая нам нужна. Ну вот отсюда вот так вот. И сейчас по-быстренькому так вот все сделаем. Все бурение в этой игре — это скучный, долгий, нудный процесс. Это как в Майнкрафте киркой махать. Примерно то же самое, только жужжит. Так вот подровняем еще немножечко. Вот, ну вроде все. Нам такое подойдет. Продолжаем плавить железяки. Так, ну что? Не идут. Так, поставим каркасики сейчас туда. Немного. Так, а сколько нам надо-то вообще? Так, полянку сделать. Штучек 5-6. Не, ну пожалуй, что нам 5-6? Сделаем сразу 8, поваляются немножечко у меня в кармане. Что там? От нас не убудет. Так, а вот сюда, да, вот чуть левее мы воткнем печку. Ну все, в принципе, что делать-то, Степанычу, понятно. Так, все. Останавливаем каркасоделку. И сразу нафигачим железных листов, чтобы по нашим каркасам можно было ходить. Мы потом сюда, значит, бывалые, пускай не матерятся, мы потом сюда стакер приделаем, у нас все будет собираться. Ну, просто рано еще, электричество он жрет, не надо нам пока этого. Так, сделаем это по-быстрому уже. Так, вот ставим каркасики, привариваем туда сразу железные листочки. И чтобы все было вот так вот красиво у нас. Ну, примерно так. Еще железяка сварилась. Ну ладно, давайте делать уже базовую деталь в производстве всех газов и водицы минеральной. Блин, на минеральной это, наверное, не получится. Ладно, пофиг, монтируем сейчас. Вот и печь у нас уже выскочила. Отлично. Так, ну нам еще нужно кучу всяких металлов понадобывать. Что все кончается, а дальше надо будет трубы всякие фигачить, поэтому пойду-ка я в поле. Так, зарядим себе бур и поехали.
Ну и понадобывался же я. Там было холодно, страшно и темно. Ладно, вернулся живым, уже хорошо. Ставим нашу батарейку назад на зарядку. А мы потом, между прочим, стационарный маячок поставим. И вот этого геморроя постоянного уже вот не будет. Просто сейчас рано, для этого там всякие сплавы нужны. А мы пока так халтурим на начальном этапе. Так, продолжаем плавить металл и поехали ставить нашу печку. Меняем пояс. Так, ну вот сюда мы ее и воткнем. Заколебала эта штука жужжать у меня по духам. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Что и надо-то от Степаныча, так. Так, печку я люблю ставить так, чтобы закидывать справа, выходило слева. Ну и все трубы назад, соответственно. Вот так и поставим. Угу. Так. Опаньки, а что нам еще тут надо? Так. Да пофигу, сварим. Тебя раз, что ли? Листа не хватает. Ну, лист это быстро. Все, останавливаем. Блин, опять пить охота. Да что ж такое-то, а? Вот так вот, печечка наша готова. Кстати, нужно очень экономно относиться вот к газовой горелке, потому что у нее скоро закончится газ, а нам еще газовую станцию ставить нужно под нее. Вот. Так что пока экономим, а где-то в следующем видео, наверное, я поставлю газовую станцию по добыче уже всего. Всех возможных газов. И тогда уже это. Варить можно, не переварить. А пока вообще все экономим. Так, ну что? Пойдем познакомимся с нашей печкой. Значит, вот у нее выход газов, вход газов и выход жидкости, то бишь воды. Нашей той самой любимой минералочки. Вот сюда мы, наверное, поставим баллон, в котором будет ее сразу много собираться. Ну, мы даже не баллон поставим, мы большой такой контейнер туда липанем. А для того, чтобы это все делать, нам нужен сгибатель труб. Ёк-макарёк. Не хватает. Золото, нам нужно золото. Так, поехали. Ну, слава монтажу, сгибатель труб у нас уже готов. Ляпнем его вот сюда, чтобы пока что у нас все было вместе. А уже потом мы построим такую гигантскую фабрику со всякими перемещалками и так далее, чтобы все выпадало из одного места и прямо в стайках. Но пока так. Колхоз и гаражное производство. Ну а что, мы в космосе, что нам сделать-то? Сразу берем железные пласты. Можно еще за пластиком сгонять. Ну, вообще, все производство этих, блин, тавтология, производительных штук, оно на самом деле практически одинаковое. Два листа железа, два листа пластика, провода и отвертка. Вот, залог успеха. А, ну, газовая горелка, конечно же. Что это я про это любимый инструмент забываю. И допиливаем отверточкой. Вот у нас готов... Блин, камень какой-то, а? Готов у нас, значит, сгибатель трубчик. Камень уберем нафиг. Провода туда еще проложим. Вообще отлично будет. Уйди...
Вот так-то лучше. Не, слева, по ходу дела, удобнее будет. Да. Вот отсюда начинаем тянуть наш кабель. Блин. Чё за затуп? Так, разбираем. Вот так. И вот здесь делаем поворот. Вот, да, вот так вот. За всю эту игру нам придется с вами проложить 1000 проводов просто километрами. Вот. И не таких, а еще и силовых. И со всякими трансформаторами, чтобы у нас напряжение не скакало. И вообще. Так, поменяем на всякий случай батареечку. Ох, когда уже я поставлю себе зарядное устройство-то нормальное-то, а? Ну, когда уже, а? Кинуть в тебя что-нибудь. На, жри медь. Так, а что у нас там еще осталось? Да, угольку надо подкинуть. Уголек не забываем делить. Не кидаем туда много, потому что большого накопителя, пока электроэнергии у нас нет, такой здоровой батарейки, мы ее потом поставим. Поэтому кидаем потихонечку. О, что-то жрать захотелось. Но не до еды сейчас. Будем кормить сгибатель труп. Так, где у нас всякая синяя фигня для того, чтобы трубы делать водные? Так, ну вот начнем с этого. Так, раз. Значит, у нас подставочка под баллон готова. Теперь сам большой баллон. Пойдем прикрутим, посмотрим, как будет смотреться вся эта штука у нас там на месте. В баллон влезает на самом деле довольно-таки много всего, и газов, и воды. Единственное, что они не очень хорошо относятся к высокому давлению. О, солнышко встало. Но, в принципе, у нас там высокого давления-то и не предвидится. Так, пойдем пока поставим. Нафиг я их убрал сейчас в инвентарь. Ну, ума-то нету. Мы ж тупим-то тут постоянно, так-то нам это нравится. Эх, Степанович. Так. Нет, вход у нас должен быть вот с этой стороны. Да, идеально. И сверху прикрутим баллон. Блин, так, нам же ключ нужен разводной. Так, пришарашиваем баллон к этой структуре. Все. Вот, значит, баллон у нас стоит. Теперь сами трубы. Трубы и вентили. Вот. Нам тогда нужно как минимум два вентиля вкоречить. Один, который будет от печки идти. Чтобы у нас постоянно баллон под давлением не находился. А еще один от баллона к бутылочкам воды. Ну так, пока для красоты, а дальше разберемся, что с ним делать. Потом, вполне возможно, нам нужно будет уводить воду еще отдельно на теплице. Будем ставить разветвлитель. Ну да. Так, вот они вентили. Ничего, не хватает. Не хватает медь. Что такое-то, а? Всегда чего-то не хватает. Надо продолжать кормить буржуйку.
Так, да, вот точно, надо кремний туда засунуть, потому что сама вот эта вот штука, которая заряжается в бутылке с водой, она отчасти из кремния делается. Блин, батарейка разряжается, сразу игольку кинем. Так, ну что, на чем мы закончили? На вентилях. Так, значит, парочку вентилей надо сделать и, собственно говоря, саму зарядку для бутылок с водой. Так. Красиво все это дело. Здесь распределить так, чтобы много места не занимало. Удобненько было потом каждый раз подходить сюда, пить там что-нибудь. Сразу вот сюда первый вентиль. Да, вообще в Сташионикс, конечно, иногда удобнее строить либо с середины, либо с конца. Подводя все эти коммуникации, так потом меньше ошибок будет, меньше переделок всяких. Так, чё, нафиг я туда нажал вообще? Так, подводим трубы к самому главному баллону нашему. Трубы закончились. Так, сколько нам надо здесь еще? Штук 5-6 надо сюда. Дофигачить вот так, чтобы с подъемом было. Так, а ну давай, сгибай нам трубы, трубосгибатель. Работай! А то стоит тут электричество, жрет на халяву. Вообще вся эта байда с жидкостью появилась в этой игре относительно недавно, с последним обновлением и, в общем, сделала игру немножко веселей. Раньше сначала надо было строить теплицы и заботиться о еде. Сейчас экономика ресурсов выстроена все-таки немножко более правильно. Разработчики в этом плане большие молодцы. Так, вот наша зарядка для бутылок с водой. Так, надо тут все по фэншую сделать. Вентиль 2. Так, и вот с этой стороны мы будем подходить к этой бодеге, чтобы попить. Да не, фигня какая-то. Надо еще одну трубу добавить. Чтобы вот так вот прям с краешку оно стояло у нас на высоте. И как раз труб у нас для этого нормально. Так, разбираем. Здесь еще одну прямую. И пошла наверх. В принципе, все эти танцы с бубнами не очень даже обязательно. Все можно сделать намного проще. Ну вот я вот такой вот любитель, Степан, еще у нас тут это архитектурного перфекционизма. Люблю смотреть, когда бутылочки водой наполняются. Отлично же. Вот так. Ну а. Так, ладно, это сделали. Дальше-то что нам надо? Ну ладно, пойдем тогда льда наковыряем. Ох, уже наковырялись-то мы этого льда. Заблудился там вообще по дороге. Еле базу нашел. Вон одышка какая. Пойдем в нашу пещеру. Наберем растопки для печки. Так, печка топится у нас на самом деле довольно-таки просто. Соотношение 1 к 2, нам нужен оксид
и горючая смесь. Оксид голубенький, горючая смесь красненькая. Горючей смесью здесь, по сути дела, называют водород. Ну вот, собственно, водород и окислитель. Все, что нам надо для этой темы. Так, нафиг я ее к себе положил? А, ладно, потом выкину. Так, начинаем. Блин, батарейка садится. Ну, вообще, вот они сделали так, что батарейка начинает где-то наполовине орать, поэтому можно пока на нее немножечко подзабить. Ну, ну, тай давай. О, есть. Так, оставила. И теперь зажжем. Оп, раз давление поднялось, отлично. Все. Теперь кидаем туда кусок льда. И он у нас достаточно быстро растает. О, открывать вентиль уже, наверное. А, нет, нет, сначала бутылочки себе сразу наберу тогда уже. Заодно и попью из запасов. Ляпота. Ну что, готовимся к набору нашей воды. Вода, конечно, не минеральная. Из чего было, из того и собрали. Вот у нас растет давление в водяной бочке. Пускаем это в зарядную станцию. И наслаждаемся, как наши бутылочки наполняются водой. Вот так-то, геймеры и геймерки. Воду-то мы добыли. А вы это, кстати, лайки там не забывайте ставить на канал, подписываться, колокольчик теребонькать. Или что там этому Ютубу еще надо. Да, кстати, а в следующем видосе мы с вами уже построим полноценную газовую станцию, чтобы добывать все газы, заправлять все горелки, ну и так далее. Степанович, Ингамы.